Вы гордитесь, что снимались в российских сериалах? За гэта заўжды платили грошы. Зараз не шкадуеце? Ну, теперь уже что ж. Вас позбавили театра. Это не значит, что меня не позбавили профессии. Вас раздражает голос Лукашенко? Крыху так. А який голос вас раздражняет больше за ўсё? Такие ее нотки не смазанной вязковой дверной калитки такой вот. Говорят, что у Павла Латушка проблема с алкоголем. Гриша Азаронка проблема с алкоголем. У Павла Латушка с алкоголем все хорошо. Вы глядите программу «Шчыра кажучы», у якой вядомых беларусаў правяраюць на полиграфе. Цягам 2 гадзінаў гость адказвае на пытанне адмыслоўца. Пасля адказы аналізуюцца, поліграфолог перадае іх вядоўцы праграмы. І ўжо потым Арына Малиновская абмяркоўвае адказы з тым, хто наважыўся прайсці дэтэктар хлусні. Сёння гость праграмы – беларускі актор тэатру і кіно Олег Гарбуз. Олег, вітаю. Дякую вам вялікі, што вы сёння до нас прыйшлі. Зараз вы праходзілі тэставанне на нашым поліграфе. Наколькі я ведаю, гэта не першы выпадак. Ну так. А калі вы праходзілі першы раз? Ну, той выпадак быў менш па фану. Той быў, як бы, сур'ёзны выпадак. Быў, там здарылася злачынства, здарыўся крадзеж. І, ну, давялося прайсці, каб... Бо я меў доступ у памяшканне, дзе адбылося гэта ўсё. І мне, каб зняць сябе падазрэнне, трэба было б гэта прайсці. У меня ўжо ёсць адказы на нашыя пытанні, і мы з вамі можам пачынаць. Давайте. Вы когда-нибудь жалели, что стали актером? Да. Вы завидуете свободному театру? Да. Вы считаете купаловцев более профессиональными, чем актеров свободного театра? Да. Вы шкадавалі калі-небудзь, что зрабіліся актором? Ну так, у меня были такие выпадки, когда я разумеў, что можно было бы стать... Я хотел стать навуковцем, в принципе. Наш полиграф вам верит, калісьці вы шкадавалі, а вы зараз? Зараз не шкадуете? Ну, теперь уже что ж. Теперь уже треба думать, как жить усім не шкодовать. Вы працавали у Купаловским театром у Беларуси. А как вы сами лічыце, вы тады працавали на режим? Не, на режим мы не працавали, я думаю. Бо тады еще у нас была некая свобода творчести. Нас не под таким прессом мы находились, под яким уже теперь все мастацтва, и там уже не до иносказаний, кажуть уже. Только черное и белое, и без оттенков. У вас была свобода? То, что я хотел, то я и робил, в принципе. Одиное, что мы не могли подбирать, выбирать репертуар. Мы не могли выбирать пьесы, якія закранали б некие сучасныя проблемы на Беларуси. Тому ставили классику, с большего классику, и уже вышукивали у той классицы, что там некие подтексты. Але не трэба забываться на то, что узровень самоцензуры, коли ты працуешь у державной установе, в принципе, он досыць высокі таксама ёсць. І не допускали нават да думкі, што можа быць нейкая крамола у гэтай пастаноўцы. Рэч у тым, што чыноўнікі ад мастацтва у нас, як правіла... Вельмі далёкія. Вельмі далёкія, так. Яны не разумеюць, што можна і з Гоголем зрабіць так, каб было непрыемна рэжыму, і са Стрынбергам, умоўна кажучы. Вы зайздросціце свободному театру? Вы отказали 2 разы на гэтае пытанне. Першы раз вы отказали так, как это была правда, а другі раз вы отказали не. И тут наш полиграф вам не верить. Давайте так? Разбираться. Чаму? Так, першы раз я подумал про прасоўванне. Я зайздрошчу у тым, что у их классный менеджмент. Классный менеджмент, але я не зайздрошчу им абсолютно у професійным плане не зайздрошчу, так. Бо мне здаецца, что можно было б тыя рэчы, которые яны робяць, можно было бы рабіць цікавей. Чего там не хапае? Раней те спектакли, я так разумею, которые у них были, яны были такими больше про особу. А теперь это уже пошук худшей формы. На вот уже не пошук, а обсталяванне на той паліцы, якую яны занялі. Яны так усталёўваюцца на ёй, тут уже у нас... Тут вообще у нас канапка стоит, значится, тут вообще кветочки, тут у нас грамоты висят, у нас есть. И мне здаецца, что за гэтым крыху яны губляют сенс. Я, в принципе, лечу купаловцев лепшими актерами у свете. И это правда. У нас было пытанне, вы лічыце купалаўцаў больш прафесійнымі за актораў свабоднага тэатру? Так, нічога асабістага, просто я лічу купалаўцаў лепшымі. На поліграф вам верыць, вы сапраўды так лічыце. У чым адметнасць купалаўцаў? Ведаеце, Арына, заўжды яны былі не толькі і не столькі акцёрамі, а яны были заўжды людьми. И театр был не столькі театр, где ось некие там могли отбываться, ну, как у театрах часам, ведаеце, там ворагуюць некие там кланы, там некие там это самое, там интриги, там то еще. У нас неяк было это все минимально, по-першае. По-другое, заўжды театр был домом. Ці шмат вы зараблялі у Купалаўскім тэатры? Не. Я ніколі там шмат не зарабляў. Усе зараблялі прыкладна аднолькава. Калі пазней нейкую увялі ўжо такую бальную сістэму, больш дакладную, там што вось, калі ты граеш, ты можаш атрымліваць там у 2 разы, ці ў 3 разы нават больш. Прыкладна колькі? Бо я зусім не разумею. Ну, можа, 300-400. Долараў? Так. Дзеля чаго вы працавалі? Ну, это то, что стрыжень, то, что тебе дае правду, и то, что тебе дае дозвол на профессию у іншых местах. Калі актера позбавить театра, ему тяжко становится працаваць у іншых местах. Вас позбавили театру? Ну, это не значит, что меня не позбавили профессии. У меня есть пляцовки, и у меня есть коллеги, те самые. Дзе жыве сапраўдны купалаўскі тэатр? Ён застаўся ў Беларусі, або ён зараз у Польшчы? А вось гэта ўжо, Арына, час пакажа. А як вы лічыце? Мне здаецца, я ведаю. Я не ведаю, ці можна гэта. Я думаю, што ён з тымі людзьмі, которые сабе не здрадзілі. Можа быць, такія ёсць і сярод тых, хто застаўся у тэатры. А там працуют зараз профессионалы? Ну, там и не все из наших звольнились. Мы звольнились прикладно 50 особо у творчего складу, а было у нас близу 60. Так что я думаю, что час покажет. И такие были уже часы у истории театра, когда он переезжал в эвакуацию, и когда частка працавала под немцами, а частка працавала у Томску. В принципе, и той заховывался, и той заховывался. Позднее яны злились, но тут, правда, у людей, которые застались у той час у Менску, у военных, у них попросту не было ни морального выбора, ни якого. Просто яны вымушенные были застаться, а позднее яны уже, ну, видать, вымушенные были и працавать, и показывать нечто немцам. Вы хотели бы когда-нибудь сыграть Лукашенко в театре или кино? Нет. Вас раздражает голос Лукашенко? Да. Вы когда-нибудь складывали свои мнения о человеке по его голосу? Да. Хочу запытать у вас, як вы сами лічыце, при узгадывании якого слова вы отчуваете наивысшейший уровень стрессу? Что, Лукашенко, что ли? Так. Самый высокий уровень стрессу. Я ожидаю, как бы его не было. А яким чином гэта ўжо мне не так ужо і важна. Вядома, хацелася б, каб ён прайшоў праз адпаведныя установы і атрымаў тое, чаго заслугоўвае. Каб атрымаў вырак, ну, а то памры, што. І ўсё так лёгка адскочыць. А вы б хацелі калі-небудзь сыграць Лукашэнку ў тэатры або кіно? Угу. І вы адказалі? Не. Наш полиграф вам верыць. А чаму б не хацелі? Мабыць, у вас бы недобра атрымалася. Нешта ўяўляеце сябе звышнатуральнае, нейкая суперістоту нейкую, якая узор духовнасці, узор розуму, узор проста чалавечнасці. Каб акцёру выконваць любую ролю, да яе трэба ставіцца не з любоўю хаця б, то хаця б з павагай, з сімпатыяй. А калі ты ставішся да гэтага чалавека з адназначнаю антыпатыяй, то ты проста яго не выканаеш як след. Гэта будзе, калі так можна акрэсліць, гэта будзе крыўлянне. У хуткім часе адбудзецца прэм'ера серыялу з вашым удзелам на тэлеканале Белсат. Распавядзіце пра гэта. Серыял, который называецца «Працэсы», з 4 частак. Складаецца ўся гэтая гісторыя, ну і нечым яна аб'ядноўваецца. Мне здаецца, што ў самай лепшай я зняўся. Вы любіце глядзець на сябе праз экран? Не. Адзін раз паглядзіце і ўсё? Не, я нават, калі я сябе бачу на экране, то я нават да сябе стаўлюся, як не да сябе. Ну, правда. Я просто прызвычаюся, што і голас мой асобна ад мяне гучыць, і мае гэтыя працы, яны таксама гуляюць. А вось вам падабаецца ваш голас? Ну, мяне ён не раздражняе. Проста я яшчэ голасам я працую па-рознаму, і там, калі робіш кіно, а ў ім там многа роляў, то ты мусіш разабраць максимально неподобных там персонажаў, і которые органічна лягуць на цябе, і зрабіць так, каб яны былі непадобныя. Зараз вы таксама займаецеся агучваннем, так? Ці складваеце вы сваё меркаванне пра чалавека паводле ягонага голаса? Вядома, гэта я не скажу, што гэта першае і адзінае, што я ўлічваю ў чалавеку, але голас ён дае моцны знак, як чалавек ставіцца да сябе, як да жыцця ставіцца. А які голас вас раздражняе больш за ўсё? Ну, вы ж ведаеце. Нейкі сіплы? Ну, нейкі сіпаты, так. У нас было пытанне, вас раздражняе голас Лукашэнкі? Так, і гэта была праўда. Ну, тут у нас выпадак такі, што голас непрыгожы проста. Ёсць такія падобныя жаночыя галасы с такими, так само, нотками. А есть другая скрайность, когда человек так себе подобается, и так ему подобается, как он размовляет, что он начинает казать. И у каждую хвилю, у каждого мгновения он отрымливая сол. Ну, это так само, крыху так. Як вы ставитесь до голосу Натальи Качановой, например? Який у ее голос? Калі яе бачу, я не хачу яе чуць. Дзякуй Богу, я не памятаюся, я не ўзгадаю, як яна кажа, як яна размаўляе. Здаецца, такая, хаця, не, відаць, я яе чуў. Як ведаеце, як... Бачу, вы ўспомнілі. Я ўзгадаў, так. Такія яе ноткі нясмазанай вясковай дзвярной, этой, нават не брамы, а каліткі такой вось. Такая. Ведаеце? Ведаю. Голас Светланы Тихановскай. Ну, нейтральная да яго стаўлюся, бо у мяне няма да яе завышаных патрабаванняў, у прынцыпе. Голас Павла Латушкі. Ну, нормально да яго стаўлюся. Голас Франака Вячоркі. Мне здаецца, што ён крыху выносіць гук наперад. Ну, вось так. Гэта нешта ёсць таксама, ну, нешта такое безабароннае такое, і, ну, не... Гэта і няблага, але, ну, можа, ён ужо і пачаў лепш з гэтым спраўляцца, ён жа ж ужо ў палітыцы, там, колькі год. Беларуская мова вам бліжа расійскай? Нет. Вы гордитесь, что снимались в российских сериалах? Нет. Вы бы хотели теперь сняться в российском сериале? Нет. Вы считаете российских актеров более профессиональными, чем белорусские? Нет. Вы завидуете белорусским актерам, которые снимаются сейчас в российских сериалах? Нет. Белорусская мова вам ближэйшая за расійскую? На жаль, не. Я не могу отказать, что она ближэйшая мне за расійскую. У нашего полиграфу есть сумневы. Давайте разберемся, чему. Чему сумневы? Я человек, у якого ніколі у житті не было вёскі. Моя бабулька одна размовляла по-украинску, бо у меня одна бабуля из Украины. По-российскую она кепско размовляла, а другая чисто по-российску. Яны ўсе абедзве жылі ў горадзе, у Менску. Вёскі у мяне не было, мне не было дзе элементарна проста пачуць беларускую мову, а акрамя радыёкропкі. Вы зараз у жыцці вы размаўляеце па-беларуску? Я і так, і так размаўляю. На якой мове вы думаеце? Я думаю на той мове, на якой я размаўляю. Калі я ужываю польскі язык, я пераважна на ім і як бы там про сябе будую ўсё. Ну і я лічу, што гэта правільна. Ну, пэўна, калі ты маеш у мове, якой бы там не было, пэўную ўжо свабоду, ты маеш свабоду і на ёю і думаць. Гэта так. Гэта натуральна, мне здаецца. Вы здымались в российских сериалах. Вам ну, подобалось это? Это вельми классно, Арина, здыматься у кино. Это, в принципе, вельми классный процесс. Это не может не подобаться. Просто там не треба не кричать. У театра треба там, как голос был еще, ну, некий посыл. А у кино, кажи себе натуральным голосом, и лишнего тварыкам не хлопачы, ведай, про что ты кажешь, ведай там что. И ўсё. За гэта заўжды платили гроши. А кольки платили? Ну, нормально платили. По-разному. Ага. А самая великая? По-разному. Самый великий кошт? Ну, у меня невеликие такие кошты были. Ну, за день, вот за день там пару месячных зарплатов можно было купаловских сдобыть. Месячных за день. А в этих дён, ну, у тебя коли хороший проект. Там у меня были проекты и по 40 дён. Там. И можно было потом не працевать зусім? Можно было. Тому вы працевали у Купаловским, не деля грошей. Ну, так. А вы гоноритеся своей працей у российских сериалах? Вот миновито гонор. Не, как гонору, так я нема гонору тому, что я снялся в российском сериале. Мог бы быть гонор, когда я зняўся у больш-менш удалым кино. Наш полиграф вам верить, вы, сапраўды, не гоноритеся. Это правда. Не то, что в российском кино, а ты просто зняўся у нормальном кино. Нормальную роль сыграл, как бы, человека, которому глядач верить, которому глядач симпатизует неким чином. И вот, а российское это кино, чи не российское, ну, так сталося, что большесть была у меня российских фильмов. А вы бы хотели зараз сняться у российском сериале? Нет. Наш полиграф вам верить? Я теперь не верю, что не может быть неполитизованного российского кино. Мне кажется, что навод у любой працы яны навод теперь вымушанные некую додавать политичную афарбовку. А у будущее? Я и теперь был бы не супраць зняться у российским кино альтернативным, якое створалось, скажем, по гэты бок мяжи. Есть у Беларуси кино? Якостное кино? Мне кажется, что не. Хотя были спробы уже. Чего не хапае белорусскому кино? Чему оно не может быть якостное? Тут сутностью тем, что нема грошей на гэта, профессионализму, або акторов. Нема на гэта творчей воли. То бок волю я маю на увазе не свобода, а творчая воля, якая прымушае чамусьці штосьці адбывацца. А вось гэтае бязволле, яно складаецца з таго, што менавіта з гэтай навязанасці хутчэй за ўсё. Потому что люди здымаюць не тое, што хочуць, і што хацелі б укласці сваю энергію і свой творчы патэнцыял, а тое, што ім трэба здымаць. Як будзе больш волі ў сэнсе свабоды, я думаю, што і будзе больш умоваў для того, каб таксама нешта ствараць. Ці лічыце вы расійскіх актораў больш прафесійнымі за беларускіх? Не. Наш поліграф вам верыць? Не, не тое, каб яны прафесійныя. Я кажу, што ва ўсіх адна і тая школа, і калі чалавек навучыўся, школа тэатральная, школа кіно у нас таксама была ўжо тая самая. Только вы аднолькава да іх ставіцеся, так? Так, так здарылася, што яны заўжды атрымлівалі больш за нас, бо як маскоўскі расійскі артист, то значыць ён, яго гонарар так значно больше. Ну там и кошты иншие в России. Ну так, видать, у них просто агенты и были добрые на самом деле. Бо коли наши переходили под их агентов, так само сопоставляльные начинали отрывать гонорары. Ці зайздросціце вы белорусским акторам, которые зараз працуют у российском кино? Ну а чему зайздростить? Можно зайздростить только тому, что яны зарабляют гроши. Так я так само не зубы на полицию не кладу. А притым я роблю то, что я хочу. И наш полиграф вам верит. Дякую. Вы поддерживаете больше Павла Латушка, чем Светлану Тихановскую? Да. Часто в пропагандистских СМИ, ну, там, на БТ, вот, говорят, что у Павла Латушка проблема с алкоголем. Как вы считаете? У Павла Латушка проблема с алкоголем. Да, но часто это пропагандируется вот так. У Гриши Азаронка проблема с алкоголем. У Павла Латушка с алкоголем все хорошо, понимаете? То есть, ну, как бы, он обладает чувством меры и интеллектом, который разграничивает употребление и злоупотребление. Вы считаете Светлану Тихановскую действующим президентом? Нет. Вы падтрымліваеце Павла Латушку больш за Святлану Тихановскую? Калі гэта тычыцца менавіта пасады прэзідэнта, который будзе у нас пасля выбараў, так, бо лічу, што ён просто болей падыходзіць, больш прэзентабельны для тых мэтаў, которые, бо ён навучаны гэтаму. Наш поліграф вам верыць? Як вы лічыце, ці ёсць праблемы з алкаголем у Павла Латушка? Не, ну што вы. Наш поліграф вам верыць? Якія ў яго могуць быць праблемы з алкаголем? Ён, калі хоча, ён можа выпіць, разняволіцца, яму падабаюцца добрыя напоі. Гэта ж не значыць, што чалавек ўсё, што гарыць ці дзесь з пірометра гэта болтаецца крыху вышэй за 8 градусаў, все ему трэба. Ці лічыце вы Светлану Тихановскую дзейную прэзідэнткаю? Вы адказалі не. І тут у нашага поліграфу ёсць сумневы. Вось я таму і сумняваўся. Законна абраную так, а дзейную, бо, ну, Светлана Георгіевна не прыняла прысягі. Але сумневы ёсць у вас. Так, ёсць. Ну, бо я лічу яе легітымнай. Але, ну, не могу сказать, что яна зрабіла ўсё, бо яна сама гэтага, видать, не хотела, або баялася гэта зрабіць. Таму я не могу яе лічыць. Але у мяне сумневы ёсць. Олег, дзякуй вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі, і дзякую вам за вашу шчырасць. Гэта была праграма «Шчыра кажучы», я яе вядоўца Арына Маліновская. Па сустрэчы. Наступным паліграф пройдзе заснавальнік «Белага легіёну» Сергей Бульбай.